Привет всем! В этом видео я бы хотела... Мне попала в руки вот такая кофточка, которая на спине, в области плеч, шеи и наперед. Я выставлю фото, как они... Полезла сетка, которая как бы производителем сделана. Вот так вот. Такие вот дырки некрасивые. Это уже вторая такая кофта ко мне попалась. Я вам покажу фото предыдущей кофты. Орнамент здесь такой же был, по-моему, на той кофте. Узор чуть другой. В прошлое видео я показывала, как вязать мотив. Вот такой мотив. Я покажу на фотографиях, как он смотрится в раскрытую. Мы этот мотив будем сейчас соединять и делать из кофты новую спинку. Для этого я не удаляю предыдущий орнамент, так как он чуть придерживает сами стороны, так как кофта шелковая, а шелк, как многие знают, очень тяжело собрать в кучу, тем более заводской пошив. Этот орнамент мне понравился чем, что он ложится полностью на всю ширину спинки, почти. Я его соберу обычными столбиками, обычными соединительными петлями, просто соберу по краю. Для этого буду собирать, орнамент вязался двойкой, собирать по краю я буду прокалывать ткань единицей. Ну и кое-где будут двойкой, полтора крючком буду собирать и просто делать наподобие филейной сетки или ирландского кружева. Просто буду собирать в разнобой сеточку. Мне сетку уже останется собрать немного здесь. Края от плеч пойдут, вот они расползшиеся, поэтому я не буду их удалять сразу, а удалю уже с изнаночной стороны, когда весь... свой узор привяжу к кофте. Так, поехали. Узор мотива у меня закончился, вот он, в середине, начало, ой, конец ананаса. Так я его и буду подбирать, подтягивать воздушными столбиками, без разницы, где 4 будет воздушные петли, где 3, где 2. Я просто буду разнобой подбирать, подтягивать сетку к самой кофте. Показывать, честно скажу, неудобно, очень неудобно. Но мало ли, вдруг кому-то пригодится. Беру крючок полтора, буду пробовать сначала с полтора. Для этого хочу зафиксировать край кофты. Край кофты буду фиксировать так же, как и производителем было сделано в том месте. Остальные уже буду смотреть по процессу. Я могу их передвигать, могу двигать, но смысл... Надеюсь, будет понятен всем. Аккуратно, чтобы не зацепить нижнюю сторону, сторону переда. Еще хотелось бы напомнить, что и удобно такие вещи делать на манекене. Они уже растянуты, уже подтянуты. Как бы и видно, как, что, куда привязывать, пристегивать. Ну, иногда приходится уже выворачиваться так.
Вот я поверху горловины также делаю. Вот наживить я наживила сам мотив. Сейчас его как бы плоховато видно. Так, беру крючок 1,5. И начнем соединять самим мотивом. Обычными воздушными петлями. Я буду цеплять прям за само кружево, которое идет по краю. Оно хорошо прокалывается крючком единичку, но вот нитку неудобно схватывать крючком. Ну и также буду теперь захватывать сам узор. Пока по 4 воздушных. Но у всех будет по-разному, если у кого-то пригодится мой такой небольшой мастер-класс переделки спинки футболки, майки. Майки тоже полностью спинки переделывала, потому что полезло все. Я выставлю фотографию, посмотрите. Просто вязать воздушными петельками, захватывая при этом обе стороны мотива и кофты с одной и с другой стороны. Но желательно, чтобы это еще было симметрично и не особо грубо по краям. Потому что сейчас лето, хочется чего-нибудь легкого носить. Когда есть еще любимые кофты, это что-то, и они рвутся. Дошли до одной иголки. Вот получается, будем собирать сейчас мотив. Я могу по мотиву подняться в угол обычными соединительными столбиками и уже от него соединиться с самой кофтой. Соединение с кофтой в середине мотива очень желательно по
туже вязать, чтобы не сильно они расслаблялись, чтобы также оно не быстро перетерлось. И вот таким способом присоединяем весь мотив. Когда дойду до угла, я вам покажу, как я буду вязать сетку, уже определенно саму сетку по краю. Здесь уже никакого мотива, здесь будет обычная сетка. Вот, я провязала одну сторону. Сейчас с вами, перед вами хочу отрезать вот эту вот нижнюю сторону, чтобы видно было, что получилось.
Вот. Вот что получилось у меня на плечах. Вязала в разнобой. Ну, для того, чтобы оно держалось, когда на теле оно подтянется чуть-чуть. Ничего не отпаривала, ничего не делала. Так будет посередине. Общее фото я выставлю уже в конце видео, как в конце получилось. Теперь осталось вторую сторону до плеча, получается, до начала горловины, и закончить там, где я начала, здесь. Тут уже как бы немного осталось. Вяжу я единицей. Притом, при всем прокалывая саму ткань. Стараюсь попадать там, где была пробита иголкой машинки, чтобы не было больших отверстий. Теперь собираем уже кучу вторую сторону. На камеру неудобно. Покажу вам сам принцип. Сначала соединяю, потом уже иду по этим, не трогая то, что было вперед, фабрично не трогаю. Так, продолжаем дальше. Итак, я закончила фото, я выставлю в конце видео. Посмотрите, как оригинально и красиво получилась спинка кофты. Также можно сделать и на спинке майки обычной, топа, такие декоративные вставки, которые сейчас на данный момент очень некачественно делаются на вещах. Я выставлю фото и спинки майки, которую я переделывала полностью узором. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!